Ваши замполиты вообще рассказывают? Да они нихуя не рассказывают, я думаю, блядь, нихуя не делают. Ну а какая вообще моральная обстановка в подразделениях? О чем солдаты говорят? Съебаться хотятся. Еще не съебаетесь? Отказывались, приехали вышестоящие начальники, объяснили то, что посадят и отправили опять на передок. А что не сдаетесь тогда? Страшно? Обещают, ну, как рассказывают, то, что ужасы всякие, короче. У вас же пока ничего вам плохого не сделали, только помощь оказали. Помощь оказали, так точно.